Особенность работы компании – долгожданный интернет. Пришел в частные малоэтажные дома. Но главный плюс захода на курорт – нового поставщика услуг – обеспечение высокоскоростной связи всех сельских социальных объектов. В начале 2015 года администрация города Крутоанапа с ООО «Интегрированные системы связи» было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве по улучшению предоставления услуг связи жителям города Крутоанапа. Вот. В рамках данного соглашения первым этапом идет подключение пользователей интернета, это жителей станицы Анапской, вторым этапом идет село Субцех у нас. Также в рамках данного соглашения у нас предусмотрено взаимодействие в рамках программы «Безопасный город», это подключение школ, детских садов, сельских администраций в общую сеть муниципального образования, то есть администрации города. Как рассказывают специалисты отрасли связи, такой технологии в Анапе пока никто не применял. Еще бы, специалисты, работающие с оптоволокном, свои силы уже попробовали на оснащении северных месторождений. Теперь вот осваивают сторону южную. Наша технология нацелена на 20-летнее будущее. Сейчас позволяет передавать в абонентском потоке 2,9 гигабит в секунду. Одна станционная часть предназначена для подсоединения 512 абонентов. Игорь Владимирович рассказал, главное, чтобы у сети были потребители. Тогда и сотрудничество у муниципалитета и компании будет многолетним. Качество услуг будет расти, а тарифы снижаться.